Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне поменять приложение по умолчанию. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки телефона и в настройках листаем вниз до пункта приложения. Здесь мы видим пункт выбора приложений по умолчанию, где мы можем поменять браузер по умолчанию, главный экран по умолчанию, звонки по умолчанию и так дальше. А мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видеороликов о данном устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!